Привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс, и сегодня мы с вами продолжаем путешествовать с нашей машинкой. И сегодня мы куда отправимся? Давайте скорее посмотрим. Что это? Где мое колесо? О, колеса у меня нет. Ну тогда иди ищи его. Так, нам придется для нашей любимой искать колесо, ребят. Так, ну ладно, поищем, что это за кнопочка. Ой, похоже, тут, ребят, пропасть. Нам нужно как-то... Вот. А как же нам здесь проехать? Тут же пропасть. Ну-ка, давайте попробуем. А, это не пропасть. Нам показалось. Оказывается, это была просто серая дорога. Так, что же у нас тут такое? Тут у нас внизу стоит... Ага, ты нам дорогу сделаешь даже. Вот это да. Сейчас мы с вами заправимся. Мы видим канистрочку тут. Ой, нет. Похоже, эта заправка не для нас. Что же тут случилось? Тут по телевизору показывают, что топливо закончилось. Ребята, представляете? Закончилось топливо, и нам нужно посмотреть, что же случилось. Где же топливо? Эй, а ты что, не проедешь? Не дашь нам проехать, что ли? Похоже, он нам не даст проехать, ребята. Что ему нужно? А-а-а, он без бензина. Ну, у нас осталось еще чуть-чуть. Ну что, поехали посмотрим? Кто же перекрыл кран с бензином? Точно, бензина нет, все машины встали. Нам нужно решить эту проблему. Поехали. Ага, вот, эта машина качает тут наше топливо. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Что это тут? Это у нас тут вентиль. Так, он нам нужен сюда. Ага, ну-ка уезжай скорее. Вот так. Теперь наши машинки все заправятся. Отлично. Ой, что это? Похоже, Вилли украли злодеи и увезли куда-то. Злодей заточил нас. Тут еще и камеры за нами наблюдают. Что это? Нам нужно избавиться от машины. Нам нужно, чтобы наши камеры нас не заметили. И какой-то последний знак, непонятно что. Ага, тут свет включается. Так, тут у нас охранник, он смотрит за нами. Какие-то пластиночки. Ой, нет, мы проиграли! Он заметил, заметил. Так, давайте попробуем вторую пластиночку. Ага, мы его загипнотизировали. Так, а что у нас здесь? Какой-то рычаг. Что этот рычаг делает? А, он отключил камеру. Отлично, спасибо большое. Так, непонятно что. Не нажимается. А это что тут? Обхитрили. Он что-то услышал и поехал проверить. Так. Так, а что здесь? Здесь похоже ничего. Так. И что? И как нам проехать? Как нам открыть эту дверь? Так, давайте попробуем нажать еще раз. Так, ну а как нам выехать-то? Ну вот, задача не из легких. А, вот так. Сейчас, Вилли. Подожди, дверь должна открыться. Вот, и дверь открылась. И мы поехали в следующий уровень. Отлично. Так, что же нас ждет дальше? Что это?
охранники. Нам нужно как-то проехать мимо этих охранников, иначе они нас увидят и арестуют, и обратно затащат в тюрьму. Посмотрите, тут что-то стоит. Похоже, нам нужно сделать муляж. Ага, сейчас мы вас обманем. Мы сделаем машинку, и вы подумаете, что это машинка Вилли. Уезжайте скорее, а мы в следующий уровень. Та-да-да-дам, та-да-дам! Так, а что же у нас здесь? Похоже, бочка пуста. Бензина нет, что-то тут все у нас разрушено. Непонятно, что случилось. У нас тут нарушена труба, тока нет. Так, а для чего эта бочка? Так, ну что? А, вот, сюда шланг опускаем. И начинаем качать. А, нам не хватает тока. Что же нам сделать-то? Так, и мы завели. О, отлично. Полный бак. И поехали дальше на приключения. Искать наши машинки. Любимое колесо. Это мостик. Что это? Тут знак, что тут у нас извергающийся вулкан. И в любой момент может потечь лава и посыпаться камни. О, это камень! Похоже, нас разрушило. Ой-ой-ой. Так, а дальше-то что? Дальше-дальше что? И что дальше-то? Посмотрите. У нас тут какая-то ракета. Вот это увлекательно. Мы справились. Так, а что тут? Тут, похоже, у нас головоломочка какая-то. Нам ее надо решить, чтобы наш Вилли проехал. Так, а как этот? А, вот так! Отлично! И мы теперь сможем проехать. Путь свободен. И мы в следующий уровень. Так, а что же тут? Тут, похоже, на сток. А тут что? Ой, тут мы в каком-то космическом отделении, что ли? А это что у нас? Противогаз. Ток мы отключили. А это что за кнопочка? Ой, это что? Вилли, стой. Что это было? Какие-то тут непонятные. Вот это да! Ай! Давай скорей! Ай! Да что же это? А что же дальше-то делать надо? Вот так мы рулим. Вот это, на этот рычаг на красный нажимаем и рулим. О, ребят, похоже, наша машинка очень устала. И в следующей серии мы с вами продолжим приключения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, комментируйте это видео и ставьте лайки. Пока-пока! Жми на кнопку подписаться, чтобы узнать о выходе новых серий.